друзья, с вами Светлана. И в сегодняшнем уроке я расскажу вам, как вы сможете зарабатывать в интернете. А тема сегодняшнего видео у нас сайт Advego, на котором возможно зарабатывать абсолютно любому человеку, пришедшему в интернет. Посмотрите здесь, сколько всего есть возможностей. Это биржа копирайтеров, биржа прочих заданий и так далее, и так далее. Биржа фриланса в том числе. Для того, чтобы начать зарабатывать, переходим в раздел «Поиск работы». И нам представится приличный список заданий, которые вы можете сделать за деньги. Например, смотрите, оценить предложение в App Store 5 звезд, 10 рублей. Минутная работа 10 рублей. Дальше что еще? Вступить в группу ВК 5 рублей. То же самое, вступаете в группу, получаете 5 рублей. Минутная работа. Здесь где-то дают составить отзыв, оставить положительный отзыв о ванне, отзывы и много других заданий. Вы скажете, здесь только недорогие задания. Ну, на самом деле, конечно же, это не так. Здесь очень много заданий. Если вы отпустите вниз страницу, все, то весит здесь 269 страниц и заданий 2690. Хорошо, если вы хотите задания более дорогие, давайте попробуем в поиске. Вот здесь сбоку, справа, есть возможность стоимость заказа сделать. Возьмем 500 рублей, к примеру, да? Нажимаем «Искать». Сейчас нам покажут задания, которые мы можем выполнить за определенную сумму. Итак, нам предлагается задание с ценой от 500 рублей. То есть это предлагается написать тексты, сделать какую-то нестандартную задачу, копирайтинг, тоже текст написать, дальше статье об обуви написать, что еще нам? Тоже статью написать, еще статью написать, еще статью написать, статьи для автосервиса, статьи на медицинскую тематику. Так, еще какая-то статья. Ну, давайте посмотрим, что там дальше нам предлагается. Страничка подгружается. Да, вот видите, отзыв даже в том числе нам предлагается написать с длиной 1000 знаков за 650 рублей. Тоже вполне можно взять этот заказ в работу и, соответственно, заработать 650 рублей, даже не 500. Есть кудрявый метод тоже. Здесь нужно рассказать в небольшом статье о кудрявом методе. Ну, то есть тоже разобрать, что это. В данном случае речь идет здесь о волосах, то есть средства для волос. Дальше тут статья о пилинге тоже. Здесь зависит от того, на какое количество знаков вы напишете, столько и получите. То есть от 5000 знаков до 12, смотря сколько вы сможете сделать. Дальше еще написать тоже текст на страницу. Есть статья для Дзена. Видите, даже статьи для Дзен заказывают длиной от 2000 до 3000 знаков и стоимостью 360-540 рублей. Пожалуйста, вы можете принять в этом участие и тоже заработать деньги. Видите, положительные отзывы о грибах для сайта призывника. А, кстати, вот обратите внимание, статья для канала Дзен. Вы можете точно так же писать статьи на свой канал в Яндекс.Дзен и монетизировать его и зарабатывать. Об этом есть у меня в других видео на канале, потом посмотрите. Что еще? То есть здесь рерайт определенных статей. Тоже видите, 760, 880. Для сайта о ритуальных услугах писать различные еще материалы, то есть тоже написательные. Еще статья для внутренней сети. Что у нас еще предлагается, давайте посмотрим. Так, вот, описание бренда, тоже 517 рублей. Трансляция в ТикТок, то есть тоже за 3 часа 500 рублей платят. То есть это не только статьи, как вы видите, но в том числе и другого плана вещи. А дальше, что нам предлагается, в том числе ищут постоянных авторов. Например, обзор обучающих курсов весит 10 тысяч знаков, 12 тысяч знаков и 1200-1800 рублей платят. Дальше различные разборы, статьи. Вот еще статья, если разбирается в английском, то можно на английском писать статью, тоже 1500 стоит. Статья про аккумуляторы. Так, ну вот здесь есть еще статья за 358 рублей. Видеоотзыв тоже можно на сайте писать, тоже 960 рублей за то, что вы сделаете видеоотзыв. Так, еще есть статья. Отзыв на Яндекс.Справочник вы можете написать, вам заплатят 850 рублей. Что нам еще из интересного предлагает, давайте посмотрим. Так, вот здесь тоже небольшой рассказ, то есть тоже что-то типа статьи написать. А здесь тоже рассказ про сайтов, то есть писать какой-то текст. Здесь тоже небольшой SEO-текст, 640-800 рублей. Дальше здесь на тему грузоперевозок собираются статьи длиной от 2000 до 5000 знаков, то есть в зависимости от длины вам будут платить ту или иную сумму. Здесь тоже на целый сайт людей ищут, а на тематику, например, борьба с насекомыми. Дальше для магазина одежды, тексты тоже для магазина одежды. Видите, цена 540-720 рублей, в зависимости от того, какой длины напишут. Напишите больше, получите больше.
Также есть еще статьи на финансовую тематику. Есть для сайта, для генератора SEO, в том числе для сайтов. Статьи на тему декрета, в том числе, тоже, видите, в зависимости от того, какое количество символов, от 200 до 600 рублей вам заплатят за одну статью. Это вот касаемо этой цены. То есть в диапазоне от 500 до 1000 вполне можно набрать. Можно, например, взять такой вариант, к примеру, посмотреть набор длина, например, по знакам. Да? Ну, хотим, например, 10 знаков. Давайте посмотрим, что нам предложат с такой длиной. То есть, если мы не хотим много писать, что-то коротенькое. Так, сейчас нам Андрей покажет, что у нас есть в вариантах. Видите, 2684 заказа, которые оплачиваются довольно-таки недорого, но при этом написать совсем чуть-чуть. Вот от 10 знаков, давайте поставим до 50, например, сократим количество, а то нам очень много предложили вариантов. Так, что нам предлагают? 50 знаков, это совсем немножко на самом деле, видите, 1268 заказов. Тоже вступить в группу ВК за 5 рублей, отзывы коротенькие, то есть 50 знаков всего. Отзывы, видите, 50 знаков 48 рублей, Google Play размещаем. Отзывы. То есть вот, пожалуйста, 50 знаков, это буквально пару строчек, вот пару предложений таких коротеньких, даже меньше. И за это заплатят 48 рублей, пожалуйста. Вот, на улучшение поведенческого фактора тоже с сайтом работает 16 рублей. Голосование, прокликать ссылки. То есть вот видите, очень большое количество всяких разных заданий. Вы можете брать их и выполнять соответственно. Кроме того, здесь можно выбирать задания. Вот мы смотрим все заказы, можем выбирать тендеры, к примеру. По ним тоже смотреть, что нам больше всего понравится. И, соответственно, на них подавать заявки, то есть, где мы хотим поучаствовать в тендере. То есть, такой тип есть заказов, то есть, тоже подаем заявку на участие и, соответственно, пишем определенную информацию о себе. Есть заказы персональные, то есть, если вы уже раньше с заказчиком работали, он может вам подать персональный заказ, то есть, лично для вас, который вы будете выполнять. То есть, вот сейчас, в данный момент, их, к примеру, нет, потом они появляются. Дальше, есть на копирайтинг, это написание, допустим, статьи или текста, без помощи, соответственно, каких-то вспомогательных материалов, то есть от себя. Ну, сейчас здесь фотографий нет. Есть вот на общение, допустим, заказ, давайте посмотрим, что у нас есть. Ну, тоже сейчас пока вот почему-то нету. А, вот что, у меня здесь просто поставлены ограничения, надо убрать ограничения, тогда у меня получится, что нужно. Видите, тоже смотрите в настройках аккуратнее, чтобы ограничения убирать определенные. Так, общение, давайте посмотрим. Так, социальные сети. Странно. Есть какие-то, видимо. А, здесь галочка по персональным заказам стоит. Вот что. Видимо, в этом дело. Давайте посмотрим, что у нас теперь. Вот теперь у нас появились заказы по общению. Видите, будьте внимательны в этих настройках галочек. С лишней галочки поставите и берете. И заказов вы не увидите. Поэтому будьте аккуратнее. То есть показывать, что вы все были, не только, допустим, заказы. И, соответственно, мы видим, что ответы на вопросы на теме «Обогрев кровли» 100 знаков 29 рублей, да? А вот про шахматы, допустим, тоже это отвечает на вопросы. Здесь комментарии тоже отвечает. Дальше, отвечает на вопросы про технику тоже. Небольшое количество знаков о жилом комплексе. Отзывы оставлять, комментарии на сайте, в том числе это могут быть вот еще комментарии на сайте. Быстро и просто, видите, то есть комментарии оплачиваются от 9 до 14 рублей. Ну, 9-14, да, то есть небольшая сумма, но если вы выполните все комментарии, напишите, то, пожалуйста, заработайте определенный день. Тем более, комментарии не требуют так много труда, как, к примеру, писать статью, то есть в какой-то мере это даже легче. Так, сейчас нам обновится страница, вот видите еще. Это тоже вот комментарии, очень короткие, 50-150 символов, 11-27 рублей. Отзыв о покупке, комментарии на сайте. Еще комментарии на сайте, видите, вот. То есть довольно-таки можно выбрать себе комментариев и соответственно, написать. Заказы можно брать в работу сразу или найти заказы похожие, если нет в данный момент на месте. Так, что мы посмотрели? Это мы посмотрели, по-моему, общение. Давайте посмотрим социальные сети. Что у нас за заказы есть по социальным сетям? Так, вот я слишком много искала, меня просят подтвердить, что я человек. Отбегу. Сомневается во мне. Ну, хорошо. Так, отправить. Отлично. Вот.
Нам теперь на социальные сети предложили 242 задания. Видите, это оценить предложение за отказы, вступить в группу ВК, голосование, репост. Видите, репост видеоролика. То есть вы видеоролик делаете, репостите свои статьи, получаете вот почти 20 рублей. Это разве сложно сделать? Ну, наверное, нет. Дальше репост на социальную сеть вот здесь. Посмотреть видео, подписаться. Есть задание оценить предложение, оценить предложение. Это вообще социальные сети, они довольно-таки простые задания, поэтому вот комментарии в том числе, видите, они довольно-таки простые. И любой человек может с ними справиться. То есть, если вы новичок, только-только начинаете, можете начать с этих заданий. Вот комментарии в ВК, например, сделать, да, 14 рублей. Оставить лайки последней публикации, 9 рублей. Ну что, вы лайки не можете сделать. Оценить предложение. Оценить предложение, вот задание на предложение. Посмотреть видео на YouTube, поставить лайк, пожалуйста. Смотрите, оставите лайк. Опять же, видео смотреть не обязательно целиком. Вы можете, например, выключить звук, там, перематывать и так далее. То есть тоже неплохой вариант, почему нет. Включили видео, просто убежали, потом вернулись к тому времени, когда оно закрылось. Вот еще видео посмотреть тоже лайк. То есть простые задания, пожалуйста, подписаться на бизнес-страницу, вступить в группу ВК. Очень простецкие задания, которые может сделать любой человек. Так, что у нас тут еще? Вступить в группу ВК. Оставить лайки. То есть, пожалуйста, задание можно спокойно найти нужное количество. Поэтому регистрируйтесь в Адвигу, ссылка под данным видео находится. Пробуйте, если есть вопросы, задавайте тоже под видео. Подскажу вам, если какие-то вопросы по выполнению заданий. Очень хороший стартовый сервис для начинающих, кто хочет работать и зарабатывать в интернете. Другие способы заработка я расскажу вам в остальных видео, в том числе на канале очень много видео. До новых встреч, с вами была Света.